Доброго времени суток, и так немножко подформив, так это к часика 4, мы в принципе готовы заходить в замок Ибсена. Это и есть тот самый замок, про который говорила Хильда. Нехеровый такой. Странное какое-то местечко, будто его взяли и перевернули вверх ногами. Почему? Замок как замок. Все понял. Отражение зеркальное. Хм. Трое из вас пойдут со мной, остальные стойте тут на шухере. Слышь, Зидан. Че? Че такое, Амарант? Я работаю один. Так было и так и будет. Понять не могу, нахрена ты постоянно таскаешь с собой балласт? Ну, в смысле? Я говорю, что работать в одиночку куда как эффективнее, и я тебе это докажу. Хильда сказала, что есть какой-то способ сломать печать, так? Да, она говорила что-то такое. Давай выясним, кто найдет этот способ первым. И я пойду один, естественно. Намаран, ты эгоистичный глупец. А не парься, Ржамба. Но... Так, позволите ли не отпускать? О чем он послушается, если его не отпускать? Ну, пускай идет. Окей. Я не знаю, какая муха тебя укусила, но если тебе это так уж важно, валяй. Хм, тем лучше. Ну, всем пока. Ты уверен, что поступил правильно, Зидан? Что я могу сделать? Я не в состоянии изменить его способ мышления. Ладно, потопали, народ. Пусть Амарант проиграет в своей собственной игре. А я что-то даже не знаю. Ну, пускай вот текущий состав и останется. Погнали. В этот страшный замок Ибсена. Ибсенс Кэссл. О, у нас два сундука сразу. Зашкерили. Кинжал. А тут... О, еще одна монетка, кстати. Итого у нас... 11. Вроде. Так, ща посчитаем. А, они, блин, это сам отдаются. Водолей прибыл позже всех. Он спрашивает каждого, кто же поцеловал деву. История с Телацио. Так, о, кто у нас здесь? Кто? Чё-то кто-то страшный. 48. Жесть. 73. Да, они так неплохо вносят. А у нее что-то яд не накинулся. 67. Так, ладно, ради интересу. Бахамут нахрен. Кража с горгульей, черная магия, огонь на горгулью. Волшебный меч.
Все равно где-нибудь там угол попадется, посмотрим, как что сносит. И отхиляемся. Ничего сложного в этом нет, как я подозреваю. Палатки у нас имеются, все имеется. Так, ну эфир это уже неплохо. Продолжаем. Раму, наверное. Что-то, по-моему, ни хрена не отнялось. Молния 2. 1100. Так, молния. Что у нас еще-то есть? Вода еще была. Попробуем огнем. Я что-то накосячил, да? Сорок восемь. Перо Феникса. А если водой? Получается, горгулья такая сильная, тот-то слабоватенький. Сапфир, аметист. У нас все это вроде как было. Аметисты были, сапфиры, естественно, были. Так. Ну, я же говорю, могу. Так, у нас есть ему письмишко. Давненько я не получал писем. Я так рад. Здорово, Кула. Как дела? Нас, Муглов, в Линдблеме интересует лишь одно. Где же находится центр Купопочты? Купочты? Купопочты? Никто не знает, а ты знаешь? Кула. Судя по всему, это очень далеко и так просто туда не попасть. Слышал, без Чокобо в центр Купочты не попасть, Купа. Блин, а как у тебя? У тебя есть еще письмо-то кому-нибудь? Видимо, нету. Если через уйти, нет. Так, Муглавка. Есть, 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 есть. Нету чего-то. А, браслет Нкай. Денег-то вообще мало-мало. Так, этого всего завались. Палаток парочку. Сейчас одну сразу израсходуем. Так, сохранимся. Конечно, непонятно, блин, что делать с этим. С дамагом? Пипец, какой маленький. Ну, вот специально оставил сейвик. 4 часа фарма просто на нахрен. Перед замком Ипсона. Ага, сундучок, кстати. Эй, а как взять-то? Кошачьи когти. У нас, по-моему, они были. Угу. Эй. А наверх? Ага, и наверх можно. Посмотрим, что внизу. Вообще ни хера не понимаю. Ага. Это может быть вон за тем сундуком эта дорога?
Потому что здесь что-то не выход. Или вот это выход. Ага, это выход. Блин, как ты медленно бежишь. Нет, нет никаких спрыгов. Третий огонь, да? Блин, призывами тоже такое себе. Ну раз огонь, ну давайте попробуем Шиву херакнуть. Блин, я первый, да, Буран выбрал? Ну чё, Церберок, 1700. Ну, такой себе на самом деле. И этот первым ледяным клинком, блин. 2500? Чё-то как до хера. Для первого-то. Прикольная анимация. А вода что снимет? Чё-то, блин, либо вода круче льда третьего. В три раза почти. Чё-то прям пипец какой-то, разброс по цифрам. Господи, где мы тут нахрен оказались? Так, вон еще сундук стоит сверху. Ты типа не можешь слезть, да? Ладно. Как скажешь, дружище. А, вот на этом, наверное, балкончике. Да, два сундука, причем с двух сторон надо подойти. Жезл. Что за жезл? Жезл. Первый. Чё-то, блин, там этот самый кинжал первый дали в сундуке. Так, мы там еще до хера всего не взяли. Вообще, я уже заблудился чуть по чуть. Так, ну, допустим, мы еще не все. Надо вот здесь вот побольше осмотреть. Возможно, мы что-нибудь пропустили, потому что здесь еще куча сундуков. Например, вон там сверху лежит. Ага. А мы откуда спустились? Мы вот здесь вот были? Да, мы отсюда и пришли. Значит, попробуем наверх. Вот. Теперь налево. Так, здесь у нас сундук, да, еще один, да. Копье, кстати, тут все дают прям первое. Чё-то меня терзают смутные сомнения.
Так, здесь мы везде были. Так, там он еще. А, ну мы же здесь были. Мы с другой лестницы сюда забирались. Просто вот ради интересу. Дагер, который нам упал. Тишина. О. Так, странная стенка. Осмотрим. И что мы найдем? Ничего. А еще раз, если осмотреть. Толкнуть? Хрен. А колотить еще есть. Ну, поколотим. Подумать? Блин, а че, ничего не добавилось? Подумать? Колотить еще. Потолкать. По-моему, вон. Еще какой-то вариант добавился. Интересно, это от количества зависит или надо как-то последовательность угадать? С разбегу передохнуть. Мне кажется, или это лифт какой-то, как в этом самом в Индиане Джонса, там в каком третьем, что ли. Так, где мы очутились? Наверху, там, когда он с батей у нацистов был. Так, сундук, да. Блин, как же херово все это находится. Крабик, кстати, это старый-старый какой-то тоже. Итем. Слева, слева нет ничего. Чё-то нет больше ничего. Ага. А лифт? Я вообще думал, цепь висит, колокол какой-нибудь. О, амарант. Кто не успел, тот опоздал, Зидан. Я победен. А видишь, сколько времени ты теряешь, работая в так называемой команде? Ты понял, как сломать печать? Посмотри на стену, может, догадаешься. Но это меня уже не колышет. Что ты имеешь в виду? Я доказал, что я прав. Больше не вижу смысла идти с тобой. Козлина. А мы тебе когти нашли, кошачьи. Следующую встречу мы будем врагами. Счастливо. Внезапненько. Какой эгоист. Поверить не могу, что он так поступил. Он выбрал свой путь. Мы не в силах изменить его. Давайте осмотримся здесь. Давай. Так, что у нас здесь имеется, ну я так подозреваю, осмотреться надо, блин. У нас вообще там дагер херовый какой-то торчит, ладно, хрен с ним. Фу. Что-то как-то странно все произошло. Так, тут что-то написано. Мое сердце сокрыто неспокойною землею. Зерцало земли. Здесь еще не хватает трех, по-моему. Тут тоже надпись. Моя душа дремлет в объятиях бушующего ветера. Ветер, земля, ветер, вода, огонь, что ли? Так, и на этой штуке моя плоть покоится под гневными водами, да. А это огонь, походу, красненький же.
Так, ну-с, а тут у нас что? Моя мощь защищена пламенем огнедышащего демона. Зерцалу огня. Все, да, больше нет ни хренашеньки. Ну ладно. Кажись, мы получили, что хотели, уходим. Ты так долго смотрел на эти штуки, увидел что-то интересное? Как Хильда и говорила, эти штуковины на стене каким-то образом связаны с печатью. Ладно, давайте подумаем об этом на корабле. Здесь нам больше делать нечего, ты с чего взял? Зеркала, верни скотина на свои места. Чего? Твою же ж... Господи. Поток энергии прерван, энергия Терры. Ты посмел помешать планам Повелителя? Это чё ещё за кракозябина? Я Тахарка, верни мои зеркала. Тебя слову пожалуйста не учили, глист переросток? Ты пожалеешь о своей дерзости, жалкий смертный. Какая-то Басевич, судя по музыке-то. Что мы есть уметь? Ну, он, по идее, кракозябрина. Огонь. Насекомое же. Сейчас посмотрим, что снимет. Неплохо. Весьма неплохо. Так, попробуем что-нибудь наворовать. Водой пользуется. И фритиком. Транс. Надо же хоть иногда призывать транс. Орехалкон какой-то украден. Дальше воруй. Ох, красавец. Да неплохо, 300. Меня так радует, как у него шляпа меняется. Бибим. Так, два заклинания. Огонь, огонь. Штайнер сейчас сдохнет. Мифриловые когти. Неплохо. И последний раз мы скрадем боссов в основном по три. Итима. Так, Штайнер сейчас сдохнет, походу. Я даже не знаю, чем его похилять. Какая сильная снадобья, что ли, сожрет. Ради прикола. Их сейчас. Вивик вжарит. Вжарит так вжарит. И второй раз. Просто почти 10 тысяч. На нахрен. Серьезно, и это все. Ух, всякого наизучали. Осколков связь удержит зеркало единым. Вам не удастся сломать печатьку. Ава-ва-ва-ва. Отлично. Так. Нам бы чуть-чуть Штайнер подремонтировать. Так, надо еще кого-то, нет? На.
Так, еще у нас там всякого наизучалось. Что там у тебя изучилось? Блин, я вот не запомнил. Вода. Ну, у нас браслет НК нечем заменить. А, целитель, да, у него изучился. Ну и, собственно, нечего. Это я тебя одевать не буду, пошел на. На кольцо Мадаина. Так, у тебя изучился ботаник, давно изучен. А, железный самурай, по-моему, да, изучился. А что упал? Палаш, кстати, упал. Тоже самое слабое оружие. Из сундучка. Так, ну, в принципе, похер, пускай все так и будет. Маны, кстати, маловато уже. И Зидан сказал, что двигаем отсюда. Странно, я почему-то думал, здесь побольше всякого будет. Что вообще ни о чем. Сейчас, может, по пути еще что найдем. Только я не особо помню, куда нам надо. Вот здесь вроде мы вот здесь вот прибежали. Через вот это отверстие. А, кстати, да, здесь же прям... Хотя хрен знает, вот нижние окна вниз смотрят, верхние окна вверх смотрят. Вот эта дверь тоже такое ощущение, что вверх тормашками, куда мы сейчас зашли. Этот сундук мы, кстати, так и не взяли. Может, там можно это самое, на лифте как-то спуститься. Вот это просто выглядит как-то интерактивно. Вот эта штука. Нет. Хрен его знает. Может, тут здесь наверх? Нет. Наверх нельзя. Здесь? Нет, не пускают. О! Не дают поисследовать. Вот горгульки, это, блин, горгульки. Нате вам, Эфрита. Так. Что нам выбрать? А, вода хорошо действует. И мы можем, кстати, воду использовать на волшебный меч. Блин, правда, только на одного. Блин, Фрид, ты задолбал. Давай уже короткую анимацию включай. На себя. Подъем. В смысле? Ты ее разбудил, сейчас всем жопа будет. Это, кстати, первый кинжал у него. Что-то как-то до хера он взял, снял хпшек. Так, ну неплохо. Чем тебя херакнуть? Огоньком? Все равно бежим в сторону выхода, по крайней мере, пока бежим. А там у нас терморегуляцию надо поставить. А там у нас мугл стоит. Ману отрегеним. Ничего там такого нету. Так, ну то, что мы сняли побольше херсов, надо все равно сейчас последнее оружие одеть. Даже если здесь что-то как-то странно сделано. Все равно магией всех завалим. Ничего там нет такого. Нет, здесь что-то некуда.
Вниз уже нельзя, значит, наверх. Один сундучок что-то не взяли. Вау. Ты как, все нормуль? Мугла нет. Твою мать. Было страшно. Быть может, мы запустили ловушки, когда достигли верха. Но я рад, что все в порядке. Идем. Ребята снаружи поди уже заждались. А не могу на месте. Что-то вот прям перед носом у нас отверстие, такое ощущение, что туда можно упасть. Че, зайдем туда или нет? А нет. Нашли таки, блин. Вот оно в чем дело. Талисман провидится. Ух ты. Талисман, скорее всего, где-то здесь. Там. Авторегенерацию дает и нахер все уменьшает. Авторегенерация. Интересно, у тебя есть авторегенерация? А, ты вообще не можешь талисман это одевать. Лашпет. Тоже вряд ли. И Зидан, ну, теоретически тоже вряд ли. Да. А как спуститься отсюда? Ага. К Муглу. Надеюсь, больше не свалимся. Так, отдыхаем отличненько. И, соответственно, сохраняемся. Так, ну что ж, а продолжать исследование замка Ипсона мы будем в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр, удачи и покеда. Пока-пока.